гуси. Отвернули, увидели меня, таким косяком летели. Развернулись, полетели дальше. Хотели вот сюда прям примаститься. Ну что-то и взяла шугань. Битый вожак зашуганный. Отвернули и полетели в противоположную сторону. От, в принципе, они оттуда и летели. Причем косяк разбился, то есть шел одним клином. Клин разбился на три части при маневре. Видимо, подустали, что-то нестройно как-то они маневр выполнили. Все, и улетели. Не видно их больше. Вот видите, как интересно. Значит, гуси уже летят. Ну, вот она приходит. Чистая вода и все остальное. Ну, я так думаю, не слышу, чтобы там моста взрывали что-то. Раньше стояли минометы, там взрывали периодически, чтобы не было выше моста залома все это. А сейчас похеру на все, как говорится. Там явно забито русло. Льдом набирается плотина, как бы выше уровень. Хотя уже на 50 километров ниже тоже там уровень вырос в районе этого самого Горина. Там уже вполне в районе Тамбовки нижней. Там уже такой уровень приличный, резко поперло вверх. Ну, сейчас вот 340, это хороший такой летний уровень. То есть с подтопленными островами достаточно большой уровень рисует. И плюс пока прет вверх, то есть еще как бы, ну, прет, потому что заторы.